После обильных снегопадов, накрывших Подмосковье, в начале января депутат Совета депутатов Одинцовского округа, член местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Улитин проверил работу коммунальных служб в Барвихе. На территории поселка находится 11 дворовых территорий, задействованы все ресурсы ЖКХ «Барвихинская». Это 46 человек, 12 единиц техники и столько же средств малой механизации. Все обращения граждан оперативно отрабатываются.